Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня мы с вами опять путешествуем с книгой «Искусство создания цветников», которую я написала в 2005 году. Но сегодня речь пойдет о самом знаменитом партерном цветнике Версале. Мы попали в Челси не случайно. Мы были приглашены, создав партер в Лужниках цветочный, площадь 3000 квадратных метров, и который вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Ленотр известен как создатель парка Версаля, как устроитель сада Тюильри. Его творения послужили основой практически на много веков, не утратив своей значимости и сегодня. Он придумал французские сады. Он подчинил природу архитектуре. Он ввел в садово-парковое искусство термин «перспектива». В 2000 году на конкурс садов Челси, Лондон, был представлен сад, посвященный 300-летию со дня смерти Андре Ленотра, создателя знаменитых партера Версаля, главная цель которой добивался автор, дизайнер Том Стюарт Смит, доказать вневременность стиля мастера, современность и актуальность основных элементов его философии построения парка, организации пространства, создания оптических иллюзий, театрализации природы. С помощью баскетов, висп, кулис, лабиринтов он создавал сады, воспринимаемые публикой как нечто совершенно необыкновенное, вызывающее восторг и удивление. И вот зеркало, установленное в конце композиции небольшого конкурсного сада, партера, волшебным образом превращает его в территорию с безграничным пространством. Цветники в саду состояли из смеси мелкоцветных цветов, аквилегий, анютиных глазок, желтофили, лютиков и других, подобных тем, что росли в садах Людовика XIV. Людовик XIV построил Версальский дворец в 20 километрах от Парижа на территории, которую когда-то занимал густой лес. Любимым местом короля в Версале был симметрично спланированный сад, где располагались 1400 фонтанов.